20 мая, по прогнозам синоптиков, в нашем регионе сохранится прохладная погода. В Сарове облачно с прояснениями, утром плюс 14, днем воздух прогреется до 18 градусов тепла. Ночью плюс 11, ветер западный 2-3 метра в секунду. Атмосферное давление 746 миллиметров ртутного столба. В Нижнем Новгороде пасмурно, утром плюс 12, днем столбики термометров поднимутся до плюс 15, ночью плюс 9, ветер западный до 5 метров в секунду. Атмосферное давление 752 миллиметра ртутного столба. Столица в течение дня ожидается небольшой дождь. Утром плюс 8, днем до 11 градусов тепла. Ночью плюс 9. Ветер северо-западный с порывами до 6 метров в секунду. Атмосферное давление 747 миллиметров ртутного столба. И помните, какой бы ни была погода, она всегда по-своему прекрасна.